Привет, друзья! Сегодня будем учиться играть тремоло. Меня часто спрашивают, как играть быстро, как научиться играть. Вот давайте вот сейчас я вам покажу и объясню, почему и где, как желательно играть это все дело. Вот, например, возьмем тремоло такое. Изначально давайте разберемся, в каком месте нам правой рукой играть медиатором. В этом или возле бриджа. Объясню. Вот я взял специально вам линейку, сейчас покажу наглядно. Вот мы сыграли медиатором по струне. У нас струна движется вот так, если медленно это все дело смотреть. Понятно. То есть, если мы играем медиатором вот посредине линейки, вот я показал, то есть в нашем случае это вот над звукоснимателем нековым. Вот так. Идет колебание большое. Если мы возьмем ближе к бриджу, сюда, у нас в этом месте идет колебание уже меньше. То есть, если мы играем очень быстро, у нас вот медиатор, если медленно смотреть, вот идет так, и струна колеблется. То есть, если мы очень быстро играем, нам потом будет сложно на нее попадать. Если мы играем дальше сюда, то есть ближе к бриджу, колебания здесь меньше, здесь будет проще попадать. Вот. Что касается этого. Понятно. Теперь меня спрашивали насчет подтяжек. Когда делаем подтяжку, соответственно, струна уходит вверх. И если мы играем быстро, там, например, из второй струны на третью, а третью нам нужно сыграть уже подтянутой, у нас струна, соответственно, ушла вверх. Опять-таки, нам нужно тогда играть ближе вот сюда. Здесь будет проще нам тогда попадать. Здесь струна не так высоко уходит, как здесь. С этим тоже понятно. Теперь насчет глубины медиатора. Насколько глубоко играть. То есть, опять-таки, давайте я возьму линейку, покажу. Если мы играем медиатор, засовываем где-то на глубину миллиметра 3-2, это уже глубоко получается. Вы попробуйте, возьмите... Поглубже засунуть, сыграть быстро. И попробуйте немного, еле касаясь. Вот так. Буквально там до миллиметра. Даже меньше. Чем вы будете не глубоко засовывать медиатор в глубину, тем проще будет играть. То есть не так будет зацепляться медиатор за струну. Понятно с этим. Теперь насчет того, как быстро это все можно научиться. Быстро у вас не получится, конечно, нужно желательно это все медленно делать. То есть для начала вам нужно глубину медиатора для себя усвоить, какая вам подходит. И, соответственно, в каком месте. То есть у вас должен быть упор руки, вот на бридж мы ложим, чтобы у нас рука была зафиксирована. Это все дело мы не играем всей кистью. Играем только... Вот слегонца, то есть у нас вся рука не ходит, вот это место у нас зафиксировано, и только вот ходит вот эта часть. Вот так. И опять-таки повторюсь, это все нужно начинать медленно. Скорость придет со временем, будьте в этом уверены. Главное побольше заниматься и желание, чтобы было. Вот, пожалуй, все, что я хотел вам рассказать по этому уроку. Пробуйте, у вас, конечно, все получится. Желаю успехов. Спасибо. Пока.